Пару слов для телеканала «Светотень». На самом деле, вот этот вот Евразиатский форум современного искусства, конечно, это очень громко названо, но это очень полезное, очень серьезное мероприятие. Вообще хотелось бы, у меня-то своя идея была, это возникло после Арт Перми, когда все наши поехали в Пермь выставляться, я думаю, а почему вдруг наши едут в Пермь, лучше пусть Пермь едет сюда, и Пермь, и Казань, и Уфа, потому что талантливых художников очень много, площадок мало, покупают мало, то есть рынок не раскачан, и, конечно, мне все хотелось сюда свести, к нам в Екатеринбург. И я очень хочу, чтобы вот это сейчас мероприятие получилось ежегодным, чтобы оно стало менее помпезным и более насыщенным, чтобы максимально дать площадку для всех, потому что талантливых много, старшие делают очень серьезные вещи, интересные, то есть художников первого эшелона, конечно, надо привлекать, потому что они есть, и подтянуть молодых было бы, конечно, очень хорошо. Что мне понравилось, молодец Шаймарданов привез, Мусин привез хорошие работы очень, ну и Казань, и Уфа очень интересные привезли из наших. У Лены Гладышевой хорошие работы, у Володи Романова несколько интересных работ. Ну, как обычно, Свинкин блеснул, Леня Баранов со своими. Армяне парни очень интересные работы привезли, Фролов интересный. Много хороших было художников. Очень интересно мне понравилось молодые галерея «Свитер», современное искусство. Конечно, хотелось бы сюда из тех, кто умеет эти вещи делать, Жукова, потому что он бы показал класс. Он их старше всех в 2 раза, в 3 раза, но он бы мог показать класс. То есть он из прошлой жизни такой настоящий. Сейчас его большая выставка будет. Вообще, я очень рад, что Екатеринбург все-таки богат художниками, что очень высокий уровень в Екатеринбурге. И, конечно, вот такие масштабные выставки со всего Урала, их надо собирать в Екатеринбурге. Все правильно, и организаторы молодцы, там имеет смысл ряд ошибок учесть и продолжать. Я буду со своей стороны помогать. Спасибо.